Держи крепче. Вот она, заветная мечта. Держишь? Просто сон наяву. Да, вот так, вместе, я и он. И еще бревно. Лучшие борды сделаны из дерева коа. Так, ну вот. Набросали контур. Ну, это примерно. А крутящий момент как? Хоть чтобы побольше или чуть-чуть? Да не знаю, так, наверное. Ты же... Лучше всего будет золотая середина. Тут я специалист, поверь. Ну да. Короче, вот тебе инструмент. Ой, нет, запомни, твой борт уже там, внутри, он как бы и есть. А ты должен его просто найти, ну, раскрыть. Ага, ясно. Ну, вот. Будь внимателен. Ага. Не улыбайся, не надо. Да я не улыбаюсь, я так, от радости. Это тебе не льдину долбать, тут нужны филигранность и терпение. Ну ладно, ладно, понял, я дай мне чем тесать. Слышь? Ну хорошо, на-на-на, вода. Спасибо. Вперед. Что? Что ты делаешь? Что? Если уж делать, так делать как следует. Ну-ка дай, во-первых, поволокну. Поволокну. Ты видишь, как я делаю? Пусть инструмент сам работает. Видишь? Вот как волна несет. Дай и самой все сделать. Не сопротивляйся волне. Тебе с ней не справиться, Коди. Бережно. Плавненько. Ищи свой борт в бревне. Потихоньку. Да, понял. Во. Ты видишь, да? Вот так. Может, мне уже? Нет? Вот так. Вот так. Можно я? Можно я? Да, я малость увлекся, извини меня. Твой борт. Мой борт. Так, по волокну, ясно. Ну ты на глазок, ага, прикидывай. Плавненько вдоль волокна. Мягенько. Ну все. Неправильно. Ой, слушай, я, дай серьезно. я сам. Филигранная работа, не мешай мне. Понял? Дай мне поработать. Помощь нужна? Че? Нет, не нужна. Нет, не нужна. Тебе моя помощь не нужна? Нет, не нужна. О, ладно. Ясно? Ладно. Да. Я хочу сам сделать. Ну и делай свой борт сам. Не собираюсь мешать. Спасибо, спасибо. Мне плевать, как он будет выглядеть. Тебе ж потом кататься. Да, я... Спасибо. Он где-то там, внутри. Слушай, ты можешь там постоять. Спасибо. Не поранься.